В Чебоксарах разыгрывают награды открытого первенства МВД по волейболу. За главный кубок борются команды силовых структур и чиновники. Накануне сборные сражались за право попасть в полуфиналы. В претендентах 9 команд. Прошедшая игра не принесла сюрпризов. Вперед вырвались призеры февральского первенства. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Служба службой, а в спортивном зале силовики встают по разные стороны баррикад. Два раза в год спасатели, приставы, наркополицейские, сотрудники УФСИН борются за кубки открытого первенства МВД по волейболу. Участвуют в этом турнире и команда администрации главы Чувашии. В этот раз сборную администрации возглавил министр сельского хозяйства. Но в команде под четвертым номером играл и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Такая поддержка оказалась кстати. В подгруппе встретились серьезные соперники. Решающая игра с командой МЧС. Спасатели до последнего пытались перевести счет в свою пользу, но в итоге уступили. Встречу выиграли волейболисты администрации. Надеемся, что выйдем уже в финал. И в финале встретимся с управлением МВД, которым мы в прошлом году проиграли. Надеемся взять реванш. Взять реванш у полицейских команда администрации пытается не в первый раз. Хозяевам площадки уже удавалось завоевать кубки первенства и в этом, и в прошлом году. Хотя победа здесь далеко не главная цель. Это объединяет силовые ведомства. Мы решаем одни задачи, государственно важные задачи. И когда в спорте, и когда, значит, на работе получается, это общая копилка идет. Бороться за победу продолжат 4 сборные. Шанс взять кубок первенства у команд, которые не дотянули до полуфинала, появится только в следующем году. Проигравшие обещают подготовиться и сыграть лучше, чем сейчас. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.